точно нормально. Будет дорогая. Санька на исправление пошел. Какое исправление? Ты уже как пивота. Еще не исправился. Говорит, получу зарплату следующую. В конце июня. И уеду навсегда от тебя. Туда, к своей. На Першотравен. Это ж семейное обстоятельство. Вот так. Уже семейные два дня закончили. Уже семья. Что это за утренняя съемка? Не, ну понятно. Вот, друзья, по поросятам. Растут, подрастают хорошо, но бывают и убытки. Это уже второе на счету. И хороший кабанчик, крупный, не кастрированный. Я же себе трех на мясо скастрировал. Этот не кастрированный, крупненький, и придавило его. Вот такое бывает. Это уже больше 10 дней. Кабанчик, маманчик. Ту мы убрали, там белая у меня была. Проверили парализатор. Очень понравилось парализатором. Ну, я в шоке был. Так легко, хорошо, быстро, вообще без шума и пыли. И Андрею сильно понравилось. Ту убрали. Сейчас эту переведу туда. И кукла будет опорос, поросята будут тут. Друзья, такая ситуация. Одна семья. Семейка одна. Настойчиво просит у меня выкупить поросную кнопу. Вот это у меня кнопа. Она у меня покрыта дюрком. И вот просят, Стас, продай нам кнопу, такая как есть, ну поросная ей, там в июле опорос должен быть. Мы ее на УЗИ светили, то есть просят, чтобы отдал кнопу. Продай кнопу и все. И вот это не знаю, что делать. И настойчиво просят, вот им нравится именно кнопка, чтобы забрать нашу кнопку, нашу героиню канала, кнопульку. Деньги предлагают хорошие. Как вы думаете, продать мне или оставить? Что делать, как быть? Как поступить с кнопой? Это у меня они все поросные, и все, грубо говоря, в один день. В один день, и на второй день повторяли мы.
покрывали их искусственно и светили на УЗИ, все нормально, все показали положительный результат. Кнопа в том числе. Предлагают большие деньги за кнопу. Отдай нам кнопу, мы без кнопы никак у нас не получится. Нам нужна твоя кнопа. Приготовили для нее место там, короче. Хотят забрать кнопу. Вот такая ситуация. Как бы вы поступили на моем месте? Еще раз повторю, деньги предлагают хорошие. Также многие пишут, каштан худой, как собака и так дальше. Кто не понимает до сих пор, я объясню. Хряк, который идет на племя, он не должен быть худым. Каштан, иди, иди. Он не должен быть худым. Если он будет крупный, он не покроет свинок. Он на них прыгает, на таких, как он я только что показывал. И они просто падают, потому что он тяжелый. А вот сейчас он чуть подхудел, да, я сейчас ему пайку чуть уменьшил, он хорошо кроет. Сейчас покроет мне еще пару свиноматок. И мы его скастрируем, и потом покормлю его до Нового года. И перед Новым годом уберем на копчение. Будет копченый каштан. Ну вот так решил. То есть по нем я решил вот так. Кастрация и коптилка. Ну а другого сам. Я хотел себе оставить дюрка с этой партии. Ну, не срослось, не получилось. Потому что там люди позаказывали, пускай тогда кто-то заберет, а я потом со следующей партии, сейчас у меня все равно опорос будет дюрков, и оставлю там себе хрячки хорошие, дюрочек, поэтому оставлю. Все, пошли туда. Сейчас, друзья, покажем, как мы замешиваем. Заливаем мы на утеплитель 0,8 толщина. Без фольги, без отражателя. И вот так все получается. Раз, два, три, четыре. Там мы не залили, там шифер. Вот мы делаем вот так шифер плоский. Это клетки у меня, где не будет отделения для поросят. Ну, там, к примеру, хряк или просто какой-то откорм. Вот эта клетка будет, это, сейчас мы сюда шифер еще покрутим, плоский шифер. И также те две клетки, это просто там посадить кого-то, я там знаю. Ну не все с отделением для поросят будут. Спрашивали, как шифер крепится. Шифер, друзья, крепится очень и очень хорошо, я вам скажу. Вот я сейчас покажу. Вот так покрутили мы. 9 сантиметров длина самореза с бурчиком. Просверлили шифер и закрутили в брус. Брус там. И так само здесь. Вот. Линия тоже покрутили. Это Саня промазал. Тоже покрутили. А нижняя часть зальется. И тоже по шифер тоже зальется. Крутится очень хорошо. Я бы не сказал, я что-то думал, треснет, лопнет, если упереться. Ничего даже подобного. Так само здесь. Верх прокрученный, центр, ну именно по брускам, по каркасу. А низ, то все будет засыпаться, потому что у нас тут перепад между этой точкой и той точкой 12 сантиметров. На метр почти 4 сантиметра. Это здесь будет просто клетка без отделения для поросят. И здесь. Сам процесс, как мы заливаем. Сейчас покажем и потом расскажу, что я добавляю в бетон, потому как бетон выходит, ну, просто стеклянный. Стеклянный и крепкий. Я брал на образцы такие, как бы, своеобразные кирпичики заливал, сушил в бойне
и проверял сам, как бетон, крепкий, не крепкий. Друзья, очень крепкий. И, ну, как стекло. Это мы уже, ну, затоптали вот эти. А когда вот мы заливаем, когда оно еще мы не потоптали, ну, просто стеклянный. И крепкий такой. Я не жалею, что я пошел на такое решение. Гранатсев, песок, пластификатор. Ну, и так дальше. Все, начинаем колотить, заливать. Мы хотим сегодня залить ту клетку, где сейчас стоит бетономешалка, потом ту, где сейчас Саня, и вернуться туда. Это сегодня за день хотим залить. Ну, хоть бы успеть. Так у нас норма 2 клетки в день. А это хотим сделать так. По плоскому шиферу, шифер стоит 280 гривен шиферина. Ну, грубо говоря, можно покрутить в каждую клетку мне шифер. И хоть там шпаклюй, хоть плитку ложи, хоть штукатур на шифер. На шифер я буду еще клеить плитку. Плитку обычную. То есть, а там угол, то вот и здесь тоже плитку. Но можно и без плитки. Обычно побелил известью и нормально. То есть, тут уже кому как нравится. А вообще, решение шифером хорошо, очень. Это у меня много кто с России мне звонит на WhatsApp. Вот как именно, если шифер использовать, нижнюю часть, метр, не профлис, а шифер. Хорошо будет, друзья. И крепкий, ничего подобного. Я думал, упрется большой хряк или там свиноматка 300 килограмм. Ничего подобного. Это 3 литра, да?
Вот так у нас сделаны метки уже по маркерам нарисованы на профлисту. И он свой следующей клетки. Ну, получается от 8 до 12 сантиметров толщина. Мы делаем 3, 3 и 2. 8 мешалок где-то выходит. 8-9 мешалок одна клетка. Вот так подравним, ну, черновое. Без маяков мы делаем. У нас нарисованный, мы знаем, у нас клетка. Она уже по уровню уклона туда. И поэтому мы смотрим по отметке той и по самим клеткам. Цей, да? Да, до маркера. Вот мы до маркера стараемся. Здесь маркер, а там сами клетки. Ну, он такого типа, как он сейчас Саня подровнял уже в районе метра. И вот мы вот так делаем черновую. Он примерно подравнивает по уровню, как нам надо. И потом включаем виброрейку. Уже когда вся клетка готова, ну, вот такого плана, руками выровнена, типа. И потом виброрейкой проходимся 2-3 раза. Уже когда клетка вся так заполнена. Схвачивается не сразу, часа 2-3 можно потом отравнять. Вот и так выходит. И также мы сейчас еще 3 мешалки и еще там 2-3 мешалки. Саня вот так подравнивает, вложим виброреечку и прошлось. Пару раз проходимся и все. Следующие 3 мешалки. Аналогично, повторяем так же самое. Он как масляный такой. Не садится нигде ничего. Жидкий не делаем. То есть такой как густая сметана. Як йогурт, да, Саша? Як йогурт. Это готово. Решили ту. Эту делаем. А потом ту. И сторона будет готова. Стали на эту. Также покажем, как прикручивается сам шифер. Как мы прикручиваем. Вот у нас стоят отметки, где брус, каркас. И вжимается хорошо, не лопается. Вот мы поставили, где отметки. И все, и он Саня крутит. Длинными саморезами со сверлом. Начинать. Видите, как ужимается хорошо.
Начинать, правда, плохо, но шифер не так сильно и сверлится хорошо. Ну, просверлит и там сантиметров 80 миллиметров круче из дерева. Вот так. И сейчас будем заливать эту клетку. Шифер покрученный, изоляция, утеплитель постеленный, песок трамбанутый. Начинаем заливку. Ставим бетономешалку и начинаем заливать клетку. Эту клетку тоже уже залито. Вот так все получилось. Шифер хорошо придавит бетоном и сам шифер прикрученный. Эта клетка, ну, я уже говорил, может какой-то откормили, хрякили, хряком покрыт свинью будут бегать, то есть без перегородки для малых поросят. Получается одна половина закрыта по заливке. И используем в бетон пластификатор. Вот такой пластификатор. Підвищує пластичність розчину, запобігає процесу просадки і підвищує крепость і трещиноустойчивость. Короче, хорошее дело пластификатор. И вообще бетон на следующий день не так себя ведет, как обычный раствор. Используем пластификатор, жидкое мыло, клей ПВА, гранотсев и песок. Делаем 4 отсева, гранотсева и 2 песка. И чуть больше ведра получается цемента. Цемент вот этот турецкий. 550, не 500, и 550. Ну, выходит бетон крепкий. Мы уже с Саней не одну гугельку тут собирали, пробовали разбивать. И сейчас там у нас лежит, высыхает, тоже завтра будем тестировать. То есть бетон выходит крепкий. Я вам скажу так, в моем случае, так как у меня песок дешевле, в моем случае, ну, не дешевле, бесплатно песок. В моем случае, наверное, лучше вручную. Я покупаю только гранотсев и цемент. А если кто-то будет делать сам себе и в городе, чтобы недалеко везти бетон с города, то, наверное, ЖБК лучше, потому что тяжело. Все равно же мы это не считаем физическую, как бы физический труд, но он же есть. Да, он мне выйдет, заливка выйдет 5800 гранотсев и там 5 с копейками цемент. Но плюс еще, грубо говоря, под машину песка, это по-любому, тоже надо покупать, просто что я не покупаю. А, думаю, что я вам хотел. По кабинету ничего вообще тут не делали. Так, зайду, воды попью с графинчика и иду. Посижу тут, отдохну, пока не до кабинета. Тут все сделано, ну так, фасад кухни порядок навести и аквариум воды набрать. Пускай отставится, будем запускать рыбок. Это что по кабинету? А то все спрашивают по кабинету. О чем я говорил, я уже и забыл. Ну, то есть вот так. Получается, в моем случае дешевле так. Потому что подача будет стоить. Ого-го. Эти клетки все готовы. И также я делаю сразу для калитки закладные. Толстостенный уголок. Здесь забыли. То есть буду тут колхозить. Пробурю, забью. Ну, короче, забыли, не знаю что. И здесь нам на этой половине еще надо поднять сантиметров 10, где и 15 песком. А потом так само заливать. И еще одна шиферина у меня осталась, сделаю ее сюда. Наверное, сюда или вверху. Наверное, сюда, чтобы ближе в канализацию сбегало. То есть вот так, друзья. 50% уже залито.
клеток и еще 50%. Всем, кто досмотрел видео, спасибо. Короче, работаем. Спина болит, мозги уже не варят. Ну, сделали то, что хотели. Сегодня 3 клетки. Это у нас первый раз получилось 3 клетки за день. Мы вчера решили, наготовили все и вот так. Ну, 3 тяжело за день. 2 нормально. Ну, все зато льются монолитом. Без всяких прерывов, перерывов. Монолитом залил клетку, все. Вот так. Всем пока.